Алоха всем, друзья, снова рад вас видеть. И это «Жизнь Броков», второй канал команды Broke Boys. Как вы знаете, мы генерируем невероятное количество контента, но, к сожалению, не весь он может попадать на основной канал. Поэтому для самых жестких фанатов мы создали второй, этот канал, на котором будут выходить разные толк-шоу в виде подкастов, интервью, влогов, ну и в том числе челленджи, которые мы научимся снимать скоро, уже закупаем технику. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы поддержите нас подпиской, лайком на это видео, и вы узнаете, кто же забрал в челлендже 1 на 1 30 тысяч рублей. Но матч с деньгами выйдет позже. Ну что, ребята, времена легендарных челленджей от Броков возвращаются, и сегодня мы с агрессивными ФК-деньгами будем соревноваться за 30 тысяч рублей. Как вы знаете, мы еще сразимся с ними на их канале за 30 тысяч, блять. Но я их на этом разъебу, потому что мы броуки, и даже мертвым нам похуй. Что скажешь на это, Стас? Ты готов сегодня проебать? Слушай, я тебе не текила, я тебя разъебу. Короче, суть первого челленджа проста. Мы бьем сухой лист нулевого угла. Нужно забить ворота. Легко для меня, я уже выиграл. Слушай, как сказал текила, ты вообще с бровки выходил, как ты будешь это забивать? Ну давай посмотрим. Говорить можно что угодно, а делать совсем другое. Ну, за каким-то мячом уже найковским побежал. Мяч другой возьми. Они еще не знают, с кем они имеют дело. Думаю, что никогда не забью, а я сейчас первого, скорее всего, дам. Но в создании такого невероятного количества контента нам помогают наши друзья из BetBoom. Это лучшая букмекерская компания на территории Российской Федерации. С множеством всевозможных спортивных событий по абсолютно разным видам спорта. Ну и, конечно же, высоченными коэффициентами. С легким вводом и, самое главное, выводом. Ну и знаете, друзья, если перейдете и зарегистрируетесь по ссылке в закрепленном комментарии, то вы поможете и нам создавать еще больше контента. BetBoom. Открой игру. Но в создании такого большого количества контента нам помогают наши друзья из BetBoom. Это лучшая легальная букмекерская компания на территории Российской Федерации, у которой невероятное количество всевозможных спортивных событий по абсолютно разным видам спорта. От большого тенниса до футбола и UFC. Ну и, конечно же, невероятно высокие коэффициенты, легкость ввода и, самое главное, вывода. Ну и, конечно же, переходя по ссылке в закрепленном комментарии, вы регистрируетесь, получаете бонус 10 тысяч рублей и поддерживаете наш канал в создании еще большего количества контента. BetBoom. Открой игру. Короче, Стас говорит, если я один забиваю, мне этот раунд отдает. Да я забью, да, это легко. Бля. Я жестко целиться надо. Давай по 5, давай по 5. Эй, какое по 5, по 3? По 5, по 5, вот так. Слишком мало, по 5. Да хуя, а чё? А? Ладно, базар иди бей. Я встану, все сильнее. Не-не-не-не. Чё не-не, блядь, слышь, ты ему нахуй подсказывал, блядь, чё не-не. Идите на спорте, выёбывай. А это мой тренер. Да он не забьёт, бля, братан. Я забью рано или поздно, он никогда. Только если ветер подует, блядь. Да. Блять! Пиздец, как рядом! Да ну нахрен! Ты чё, рофлер? Слышь, уже опасно было, отойди, а то сейчас. Это как с пенальти. Первый получился, остальные сейчас засунут. Я знаю, как я вас заебал, но не могу напомнить о том, что завтра воскресенье, а это значит, что в 12:00 мы с Дмитрием Егоровым проведем стрим перед игрой на спорте, на котором будем собирать деньги на тот самый легендарный спор. Мы почти набрали всю сумму и уже готовы бахнуть Стигиевым и духом этих мажоров. Все, завтра 12:00 на канале Broke Boys. Стрим. Забил. Бля! Я в шоке, бля! Слышь, какого хрена в моем челлендже бьет раз пять лучше, чем я? Че и зачем? Нет, это ни за что не считается. Слышь, он в порядке полном. Че, откуда у него такой уровень? У него тренер есть. Куда? Куда? Домой! Давай, моя! Сейчас надо завязать шнурочки. Бля, почему шнурки постоянно развязываются? Потому что я в порядке? Погнали? Погнали.
Бля, а подожди, а какого хуя у тебя правило в челлендже, бля, становится, бля, более оптимальным? Нет, да подожди. Братан, давай как было. Мы так долго будем меняться туда-сюда, ну зачем? Нет, так ты пристреливаешься. В смысле? Давай как было, по-правильному. Как у нас, ну мы по одному били, братан, зачем ты меняешь правила? Ну это же на твоем канале. А, на моем правила чуть должны быть... Я думал, 3-3 бьем просто и все. Ну а чё? Бля, я надеюсь, я текила ёбнет, бля, мальчик. Как он мне ёбнет, если я там в поле не выйду? За полем. Ответочка. Так же. Как это? Бля, думал, он уже не так. Ладно, это было бы несправедливо, если бы он ушёл. Это последний? Да. Человек неудача, блядь. Как вам везет, ребята. Вот ты так крутишь, объясни мне. Я, блядь, фифу играю, братан. Он джойстик. Он, блядь, тебе одну кнопку паса на ход. Знает. Хорош, хорош, вот такую еще одну. Это самый четкий челлендж. Сука, бля. Как я так придумал челлендж? Как я придумал челлендж, который у меня шансов в два раза меньше, чем у него, блядь, объясни мне. Пиздец, блядь. Следующие штрафные. Ты, блядь, ты как, ты выйдешь? Блядь, ну Даня. Ой, под съем не вышел. Я не знаю, вам бы что-нибудь посложнее придумать. Мы такое на тренировках разминаем ноги. Давай. Вам с наспорте сложно будет. Ну, хотя если он не выйдет, нормально. Но если он выйдет, вам сложно с наспорте будет. Как раз стенка твоего роста. Охуенная шутка, хорошо. Сейчас посмотрим. Так твоего тоже, бля, вратарь, блядь. А там еще и вратарь будет, да? Бля, тип хочет пустые ворота, понял, бить вообще. На рофли что ли? Давай. Бля, куда же разница? Тебя значит не перебить ворота, блядь, а попасть. Да, ворот, да. Ладно, похуй. Да там мяч просто хреновый. Да мяч хуёвый. Давай. Нахуй нам это, блядь, вторые, бля, ворота, ёбаный в рот. Бей в ближний. Бей в маленький. Ладно, всё. Убей их! Что за хуйня со мной? Давай вот вратарь не имеет права вот с этой части брать ничего. Хотя бы. Блядь, ты чё? Ты чё, блядь, ты перебить даже не можешь? А для чего маленький? Это 0,5. А ты перебить не можешь, братан. Всё, я уже выиграл, блядь. Да, ты забивай. Это что, для вас деньги? Давай. Спасибо. Ой, блядь. Да опасно. Давай, Мишаня, я следующий забью. Главное, этот возьми. Чё ты? Чека. Ветер дует, пора нахуй. Бабля! Вставай ворота, я сейчас забью. Давай. Блинка! Я ебал этот футбол, блядь. Даже палка стреляет раз в год. Сейчас я тебе стрельну. Все, я пристрелялся. Блядь, братан. Что ты делаешь, блядь? Ну ебаный, блядь. А сколько раз ты бил? Вопросы, блядь. Проходи, третий удар у тебя. У меня еще третий, реально. Сучка! Как я поржусь, я сейчас два забил. Невозможно, блядь. Мяч хуёвый, я бы так 3 из 3 положил. Видел? Девяточка, да. Хорош. Девяточка, на 30.
Охуел, бля. Откуда ты постоянно с меня... Братан, с такими ударами по-братски. Это в детской школе вот приезжать там, понял, скиллы показывать. Ой-ой-ой-ой-ой, Миша, хорош наш, блядь. Все, выходы один на один, погнали. Что в челленджах? 1-1, блядь, но преимущество на моей стороне. Я отыгрался, иду в авангард. В авангард, блядь, идет в авангард. Пизда, я больше всего на земле не люблю бойцов, блядь, так им и передать. Я ебал, блядь. Это невозможно, каждый раз пиздят, блядь. Нахуй придумали бои. Сука, я играл в контру, пока не тренировались. Помнишь, с тобой смотрели? Что этот парень говорит? Боец из красного угла. Сармат Гучмазов. Выходы один на один. Я с травмой, но не сломлен. Мне похуй, я брок. Как в НЛС. Все, разъебал. Давай. Я давайте первый. Подальше. Давай как подальше. Как в НЛС. Давай, давай. Вставай, я первый. Ты не устанешь, ты там дружишь, как в этом нашем. Да и мне похуй. Вставай, вставай. Вставай, ворота, давай. Я пошел. Дави, боль. Ну, блядь. Ну, вратарь, блядь. Че, готов? Готов? Как вот так успел, блядь? Сейчас разъебем. 30 тысяч, блядь. Пятерок мой. Бюджеты нужны. Да ты заебешь. Этому пятерок, тому пятерок. Давай, сколько мне пятерок? Хорош, бля, Мишаня, блядь, киллер. Ты лицом отбил? А? Ты лицом отбил? Да, меньше касаний. Больше, больше касаний. Давай, Мишаня. Хорош, бля! Финалочка! Братан, ты нервничаешь? Да. Бля, с такими, как ты, я никогда не нервничаю, потому что ты слабее, брат. Я слабее, но деньги у меня. Ты ж выходи, а деньги у меня? Бля! Сука, как ты это сделал? Короче, в этом челлендже у нас ничья, и мы решили, что мы сейчас будем бить пенали. В этом плане я чемпион. Я забивал на стадионе чемпионата мира, Стас на эти стадионы даже не выходил. У меня преимущество. Сейчас я заберу легкие 30, и бюджет нашего клуба пополнится. Сможем спорить не только с Наспорте, но и с Амкалом на лаве. Гоу! Бьем по 3 удара. Готов? До промаха. До промаха, брат! Блять! Блять, по центру. Я посмотрел туда специально, понял, и потом в центр перевел. Я первый по центру не помню. Не, по центру он, наверное, останется, раз он читает. Если читает, то по центру вообще не забивает. Ну, он углу вообще забивает. То есть там... Я один только забил. Бля, нахуй, Он, блядь, на линии. Проект нормально. Вообще так, блядь. Пацан! Ну что? Давай, Мишаня, просто 2 возьми. Просто 2, давай. Чувствуешь давление? На другом уровне, ебать, я футболист. Голос еще есть. Касается. Молоском касается. Посмотри, что он делает. Касается! Я в вас. Ну и где, блядь? Чё? Чё по правилам? Я в ахуе, блядь, это осетинские правила. Мы придумали, братан. Это что? Осетинский пирог с наёбом, братан. Ну тебе 2 забить, блядь, я-то ну, забил. Да, сложно. Не сложно, сможешь. Сложно. Давай. Ебани выше, как умеешь, блядь. Ну, один могу. Давай. Давай, ебани выше.
Бля, нихуя! Что, бля, уверенно он дал, да? Бля, не гадай, Мишаня. Ну смотри, что он делает, бля! Проекция. Какая проекция? Вот, смотри, сука. Похуй, сейчас возьмет, Миш. Пиздец! Давай, 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 наваливай. Это что, блядь? Давай, Мишаня, давай. Соберись! Тишиной, тишиной. Мишаня, соберись! Чил, все нормально, еще у тебя есть шанс. На мяч. Расслабь. Пиздец, я уже начинаю нервничать, понял? У меня два забита. Бля, имба, отвечаем, пацаны. Бля, ну так нельзя. Имба. Волосками какими-то, блин. Давай, Стаса. Бля, братан, все. Ты свои шансы. Ты свои шансы на ноль помножил. Я сейчас разъебу. Ну, поровну. Мои теперь поменял, куда бить буду. Касается, мне похуй. Да, да, касается. Есть? Есть касание. Все, есть касание. До промаха. Все, бьем до промаха. Ладно, похуй. Почему я по центру постоянно бью? Блядь, его путь надо конечно, вытереть. У него какая-то несчастливая нога. Нет! Давай, нормально, забирай. Ну ты, блядь, даешь. Сука, блядь. Это ты такое движение сделал. Давай, бей. Есть! Мишаня, блядь! Подожди, мне это уже начинает нравиться. Давай, давай. Хорош! Давай, сдавай. Нахуй. Хуйня это. Ладно, не хуйня это. Сейчас пройдем. Давай. Давай, Мишаня! Я тебе двушку дам, отобьем. Звучит очень хорошо, если... Блять, это в казну клуба, это лично от меня. Ты в казну клуба или сизе? Не, я из своих, а в казну 60. Давай, Мишка! Мы броуки! Ну что, Стас? Да ты я его так хорошо, конечно, я сражался, у тебя было много шансов, но я, несмотря ни на все, победил. Я выиграл тебе 30 тысяч рублей и принес их в казну клуба. Что скажешь, Стас? All-in делаем? All-in? Да. Матч. Да прям послезавтра. Куда? Вот здесь же. На сколько? Удваиваем. Но ты выходишь на все 90 минут вместе со мной. Да, ты хочешь себя просто похоронить? Ты победитель, давай со мной на 30. Смотри, смотри, тут еще не закончил батл. Не, Рома, иди давай. На видеоринге встретимся. Иди капусту кушать. Короче, если ты хочешь на серьезный батл... Не, давай без вот. Если ты хочешь на серьезный, нормально. Ну, на сколько? Ну, удваиваем то, что сейчас было у нас. Так, но у смотри, нет, кто у тебя играть будет сегодня? Да я самый слабый состав набираю. У меня это тренер кто? Будет играть, спортгир, бля, будет то играть. То есть твой тренер самый слабый состав? Ну у меня нету типов, бля, у меня медийные все будут играть. То есть Володя, вы не медиа-клуб? Володя, ты будешь 20-го? Вы не медиа-клуб? Мы не медиа-клуб. А, ну тогда ладно, я так правильно просто не знал, я думал, вы медиа-клуб, а вы не медиа-клуб. Мы не медиа-клуб, да, мы тогда, бровки. А тогда, слушай, а тогда можешь в следующий раз такими так и сказать, мы не медиа-клуб, что ты нам предъявляешь? Да я без проблем скажу, я могу ему что угодно сказать, братан. Мне главное его выиграть, у нас 500к на кону. Послезавтра играем? Играем. Ты все 90 минут бегаешь, не меняешься. Да, мы вообще побегаю. Без замен выйдем. Давай, не вопрос. Готов бы тоже без замен выйти? Ну, у нас возможно... Нет, я не готов, у нас пацаны будут играть. Хорошо, ты не меняешься. Я не меняюсь. 90 минут. Да, запросто. Легкая для меня, братан.
Ты но ты в атаке играешь. Конечно, блядь. Я тебе голы буду забивать. Какой тебе рабоной, правой, левой головой. Выбирай. Сейчас, подожди. Короче, забиваемся. Текила, разъебите. Да при чем здесь текила, блядь? А что, а он, постой, он же нормальный пацан был, что ты его не хочешь это самое? Ты же помнишь, говорил... Я выиграл, Серега! В телеграме, помнишь, ты орал, какой он классный парень? Да, текила ну, хороший что? Парень, который принесет мне полмульта, блядь. Тарасов же принесет. Да вместе с текилой, они оба Тарасовы, братан. А вы оба Егоровы, братан. Мы броки, мы выиграли. 20-го встречаемся с деньгами. Я 90 минут в авангарде нападения.